Саша готовится к выписке. Бегает по магазинам. Привет. Пошли искать торт для детей. Чтобы найти где. Все, мы, по-моему, нашли что-то. Да. Что-то, но не то. Что-то, но не то. Все, Саша уже выбрал тортик в другом месте. Покажи тортик. Вот такой тортик. Посмотрим, как раскрыть, говорят. Ну, это уже дома снимите, да. Как вы будете его кушать. Главное, все желания жены исполнил. Ну, почти. Почти. Осталось только забрать ее. Ну, как обычно. Поворачиваем. Давай. Накатанная дорожка. Угу. Уже не, все, давай. Не первый раз точно с машины. Еще тут. В родное место едем. Ну. Родильный дом. Родильный дом, да. Народ немного выписывается. Так-то нормально. Вот он, наш родильный дом. Алена уже ждет нас. Места нет, как обычно, да? Вон там есть какое-то место. Специально для нас место. Водитель и папа готов. Куда ты денешься? Ну все, друзья, нас выписывают. Я собралась. Сумочка вот. Сейчас мы ждем медсестру. Она нас вынесет в выписную комнату. Сумки. Еще одна сумка. Саша уже приехал с моей подругой Аленой. Ждут меня внизу. В общем, сейчас мы переоденемся, приготовимся и выйдем к ним. Переодеваться с вами. На улицу пойдем, да? Улыбайся. Вдруг на лестнице. Ой, да ладно тебе. Сумка нормально? Нормально. А у вас в гардеробе были вещи какие-то? Нет, муж все забрал. Сейчас отдаст. Ну, сейчас вы выйдете, отдадите вещи, заберете то, что вам нужно. Вон тут дверь. Сейчас. Саша уже готов на стрёме. Готов, ждет. Сумка. Сенька, или кто ты будешь? Сёма. Сёма. А Сеня, это не Семён? Нет? Сеня, это Арсений. А, точно. Точно, точно. Так, шапку я, наверное, наверх надену. Ладно, вот так вот две пусть будет. Так вот мы тебе придавим, чтобы не плевался. Помаши ручкой. Ручкой помаши. Привет. Поздравляю. Семён. Семён. Большими, здоровенькими. Да. Так. Покажи красоту эту. Стой, 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 стой. Вот они такие, Сёмка там. Сёмка. Привет. Узнаёшь? На свет давай, ну. Так. Это тебе тоже от меня. Стой. Всё. Он услышал, вспышку. Мне подарили 9 зайчиков, смотри. Класс. 10-го я не заметил. Пока 10-го не заметил.
Спасибо, что так запаковали, что ты это, ты дышать-то можешь? Может. Ты не забывай позировать, Ален. А? На позировать, видишь, Аленушка. Что это, может, снимешь? Кстати, я что, так вышла? Ну-ка, ну-ка. Пустите меня с роддома. Ладно, дома лежу. Не отпускай. Ой, сейчас. Роддом тебя не отпускай. Делай выводы. Чего? Делай выводы, не это, не ровное число, не круглое. Ну не год, хотя бы два, давай, чтобы успела отдохнуть. Издевайтесь, давайте 4. 5, да, 6. Ну это как получится. Ну конечно, мне лично размечталось. Что, шапочка подошла, нормально? А представь, двойня. И вот и опять потом не угадали, опять до ровного числа догонять. Так, а вы как цветы выносили? Нормально, до машины дойдем. Так, и чё? Сейчас, скажи, некомфортные условия. Папа перекись купил для, да, Сёмы. Да. Он говорит, вот это, говорит, я понимаю, а что перекись. А то эти малюсенькие баночки одну за другой заканчиваются. Сюда можно будет заливать, да? Да, ну, конечно, можно, да, налить. Я говорю, кончится. Можно спирт туда налить, перекись. Наконец-то я домой поехала, да, Лен? Она, наверное, спала и мечтала о том, чтобы домой. Или нет? Что я делала, спала? Спала и мечтала, чтобы домой. Она наоборот, наоборот говорит, что она хочет спать, не выспалась. Ну я говорю, мечтала, чтобы домой попасть наконец-то. Ура, наконец-то. Там дети уже заждались. Вот, Сёмочкин, сделал ты праздник, да? Всем перед Новым годом день рождения будете с ней справлять, а потом, говорит, еще и Новый год. Да, да. 3 дня гулять будете. Сёмка, одним словом. Все, друзья, мы дома. Дедушка идет. Лиза тут что-то копается в мороз. Все, слава богу, хорошо, да. Ну, на раз пришел. Все, друзья, слава богу, дома мы хорошо доехали. Тут дедушка с ребятишками у нас. Сейчас ребятишки будут знакомиться с Семеном. Поснимаем немножко их впечатления. Привет, Ванечка. Сём. Молодец. Сём. Молодец. Вау, такая. Вау. Дима, держи. Сёмочка там, да? Ляля какая, да? Какая ляля. Миша, возьми, пожалуйста, комбинезончик. Член семьи. О, Сёма какой, да? Ой, хорошо. Давай, пока. Ну тебя, Семен. Иди уже к папке-то. Семен. Ну ты, Семенка. Ну ты какой, Семен. Ну ты какой, а?
Только на выписке. Розетки-то нет, только на выписке. На, Семен. Алиса, иди сюда. А уже они посмотрели, мы уже познакомились. Чтобы не ревновала. Кто такой? Семен. Смотри, какие сёчки у Сёмы, да? Даже проголодался успел? Да. Ну, конечно, еще бы, скажи, да? Какой зёмок. Какой зёмок. Смотри, какой Сёма, да? Там уже постели что-нибудь, да? А Дима-то еще не видел, Диме, покажите. Да? И Славик прибежали с улицы. Я видел только в этом. На видео. Что кто скажет? Больше весит? Алиска? Хороший или меня научите, нет? Алиса скажи. Маленькая была. Да? Тоже. Он больше. Сёма. Что, ручки-то где? Вот они. Вот они. Спрятал. Замерз, что ли? Сейчас. Тёпленький. Ванечка, иди посмотри. А он где? Он уже видел, как правда? Как посмотрел? Ты всё? Да. Это торчик от мамы и Сёмы вам в подарок. Сейчас будем пить чай. Надо цветочки в вазу поставить. Салаты дождались мамы. Да, как они? Не дождутся. С Нового года. Чем будет в холодильнике? Сегодня утром только наводили себя. Котлетки греем еще. Саша сам крутил, мясо делали. С ребятишками. Ну вот Алена, слушай, может вечером приедут еще. Чай попьем. Так, Семочку положили в коляску. Дедушка, наверное, уже нафотал, да? Ну, он не спит, лежит просто. И он будет кушать. А мама покушает? Поставили цветочки красивые. Здесь, кстати, 9 зайчиков. Такие зайчики. Папа ни про кого не забыл, да, папа? Все детки в одном букете. Ну ладно, все. Поздравляем папу и маму. И Сёму с рождением. И всех деток. Теперь нас стало больше. Будем пить чай. Сёмочка спит пока. Да, Алиса? Алисина поближе. Чё, скажи, меня так далеко. Вот. Ну, ладно, будем молиться. Приехали. Семья Котловых. Лёша с Алёной, с детками, Даша и Вова. Вова, привет. Тут привезли какую-то игрушку, ребятишки развлекаются. Это называется очки виртуальные. Ну, играют, короче. Ты меня не трогай лучше. А мы сидим кушаем. Доедаем остатки роскоши. Общаемся. Видишь? Там все обрисовано. Как видишь, не хватает глаз. Слишком большая, да? Да, там нет. И тяжелый, наверное. О, Вань, ну где ты там оказался? Вали. Точно. Вали там это. Не знаю, где я. А что там есть? Там чайки летают. Чайки там летают? Ничего себе. О, посмотришь хоть как это. И ты посмотришь тоже. Ну, мы всем тут по очереди решили одеть. Там рисовать, наверное, можно, да? Это которая программа стоит. Рисовать. Да. Да, там что стоит? А? Там что сейчас стоит? Там рисовать. Здесь не показано.